еще одну уехать. Следить за, блядь, два стена, блядь. Всем привет. Мы доехали до Перми. И здесь классная погода, здесь здорово, сказочно. Правда, неизвестно, какая она будет завтра и как будут дела обстоять с самим парком, потому что здесь происходит ремонт. Сегодня уже перекрыта средняя зона. В общем, есть здесь только огромная труба и зона стрита, да. Ну, на первый взгляд, парк неплохой. Конечно, не все квотеры нормальные, очень многие квотеры недоделаны, и сейчас строители тут трудятся, чтобы их кое-как переделать. Вот, но стрит-зона в целом вся готова, и думаю, мы тут плотненько отснимем. Получилось, нет?